Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием «Ведьмак 3. Кровь и вино». Итак, нам нужно с вами передать птицам, что мы готовы встретиться с Регисом. И эти птички у нас прямо вот здесь и находятся. Так, поговорить. Поехали. А он не знает? Давай. Передайте Регису, что я буду ждать его на пристани. У дворца. Пожалуйста. Но Геральт просто не знает, каково это общаться с птицами. Для него это маленько неудобно. Полетели, смотри-ка. Кажется, у нас получилось. Так, идти на встречу с Регисом. Погнали. Чё-то, ребята, я чувствую, что это уже чё-то идёт к конкретному концу сюжета. Но ничего, я вам обещал, что будет две концовки, поэтому обязательно посмотрим именно две. И выберем, какая из них более такая положительная, и оставим так, как есть. Дальше что у нас будет? Дальше мы будем проходить дополнительные задания, а их очень у нас много, так что Ведьмак у нас не закончится на окончании главного сюжета. Можете не переживать. Конечно, пореже будет Ведьмак выходить, но тем не менее он будет выходить. Так. Я слышу этих. Как все время забываю. Бруксы, о. Визжат. Колокола звенят. А вот и наш Регис. Тихо говорящий. Как прошла встреча с Арианной? Плохо. О, она все-таки не сказала, где искать скрытого. Сказала. А еще продемонстрировала любовь к детской крови. Признаюсь, до меня доходили сплетни, но я не принимал их на веру. Не хочу об этом говорить. Пещера к западу от города на другой стороне озера. Нам туда. Понимаю. Я совершенно готов, но... Но? Да, знаю. Ты бы предпочел освободить Сиану ради Детлофа. Ради вас обоих. Хватит, Регис. В том, что произошло в приюте... Виноват Детлов. По городу текут реки крови, и это тоже его работа. И ты боишься, что кто-то оскорбит его чувства? В натуре, Регис. Я шутил, когда говорил, что встреча со скрытым может быть смертельно опасной. Ты мой друг. Мой близкий друг. Вполне естественно, что я бы не хотел, чтобы ты напрасно рисковал жизнью. Ведь у нас есть и другой выбор, куда более разумный. Так, я не передумаю, будь по-твоему, пойдем за Сианой. Я не передумаю, мазафака. Я ведьмак, Регис. Я не заключаю договоров с чудовищами, я их убиваю. О риске мне думать не приходится. Что ж, я понял. Больше не буду к этому возвращаться. Благодарю. Так, я готов, отправимся к скрытому. К скрытому. Поехали. Пора собираться. Слушай, я поплыву до места на лодке. Ты со мной? Или превратишься в туманное облачко? В этом облике я не мог бы говорить, а поговорить, как ты знаешь, я люблю. О, да. Да. Много и пространно. Пошли. Сейчас у нас будет болтовня на полсерии, наверное. Пока мы с ним куда-то идем. А, ну мы тем более с ним плывем. Ну, поплыли. Будем слушать, что он нам рассказывает. Ты знаешь что-нибудь об этом скрытом? Только то, что он не любит гостей. Особенно непрошенных. Отлично. Есть план, как его задобрить? Обычно перед скрытыми кладут в дар камень, символизирующий мир, но такой можно найти только в Хаакланде. У тебя его нет? Нет. Так что вся надежда на мое личное обаяние. Откуда у скрытого такое отвращение к посетителям? Кто-то вошел к нему в пещеру и не вытер ноги? Тут все несколько сложнее. Говори помедленнее и без трудных слов. Может, я пойму. Я не сомневаюсь в твоем интеллекте, только сложно это объяснить человеку. Этот мир для нас чужой. Неприятный. Враждебный. Скрытый делает все возможное, чтобы я пойду вперед. На разведку. То есть мы доплыли, и, короче, у него диалог. А что это за дымок был, маг-косяк? Слышь, Регис. А, да ты ж Регис телепортнулся. Думаю, что за херня. Так, все. Надо останавливаться и вылазить. Так.
Ну что, поплыли? Что стоять-то? Оп, мы сами все разведуем. Так, и я думаю, что здесь дело явно попахивает факелом. Давай сохранимся. И здесь почему-то ждать нельзя, возможно, из-за сюжета. Это очень печально. Так, а что мне надо-то, я не понимаю. Мне вверх идти, Геральт, или вниз идти? Сюда. Геральт, сюда. Ты откуда говоришь-то, алло? Братан, вроде отсюда откуда-то, нет? Нет. Ну давай тогда допрыгнем. Ты ж можешь запрыгнуть? Ясно, ты не можешь запрыгнуть. Окей. Тогда поднимаемся по лестнице. А вон звук какой-то я вижу. Правда, это может быть... Нет, это не волки. А, вот он, Регис. Ой, смотри-ка, камень силы. Может использовать ключ Арианы? Ага, может быть. Так, тихо-тихо, я чуть не упал. Так, взбираемся. Прыгаем. Это место силы. Да-да-да, Геральт, которого мы уже столько не видели. О, да. А, надо ее удерживать, помню. Вы получили одно очко умений. Замечательно, я теперь топчик. Так. Еще раз сохраняемся. И используем камень. Получилось. И хорошо, а то через эти ворота я бы не пробрался даже в битву. Чего нам внутри ожидать? Вампир? Очень смешно. Шутник. Значит, вампиров. У него ж на охране явно еще какие-нибудь твари есть, типа скалопендроморфы или еще что-нибудь. А что это такое, смотри? Рука. Кровавая. Все пальцы изрезаны. И ладонь. Что это может значить? Но ведьмак не хочет у нас осматривать. Так, ну ладно, что, идем дальше. Низ или вверх? И там кто-то орет. Ну давай вверх. И кто у нас здесь? У нас гости. В таком случае приходим к обмену. В смысле, он умер? Я же только начал. Это как? Ну ладно. Но со мной, по идее-то, Регис, а он вообще тащит, не по-детски. Так, ну давай вот здесь пройдемся. Я так понял, если мы налево пойдем, то это будет тупик. Ага. А что тогда тот за путь был у нас? Что-то я немножко не догоняю. Нам по GPS показывают туда. Нет, Регис, пойдем вернемся, надо посмотреть, что там за ответвление такое идет. Это у нас было... Подожди, а вот это тоже какой-то лаз. Да. Ну-ка. О, есть вода, как я понял. Нет, здесь дыра. И сундук. Полегче, паря. Ну, давай. Перчатки из... Короче, вообще жесть какая-то. Так, давай инвентарь посмотрим. Что с этим мечом? Плюс 69. Пробивание доспеха 150. Он красный. Посмотри, как к нашей броне подходит, да? 101 броня. Перчатки из хэнгайд. Не, ну, ребята, я думаю, мы не будем нашу броню заменять. Как они хоть выглядят? Ну, конечно, выглядят они топово. Вот как раз красный цвет, как я и хотел красить свою броню. Но покраска особо-то и не видна. Ну, что поделать. Будем собирать эту броню. Значит, здесь возможно собрать весь ее комплект. Древние монеты, 79. Ого. А вот это уже интересно. Так, ну что, друзья мои, давайте сохраняться и прыгать туда. Подожди, это вода, это вода, да. Так, ну-ка, це. Оп. Так, и поплыли. Как бы мы с вами не приплыли туда, куда надо. Смотри, какой-то заворот направо. Так, это у нас грибы. И вот какой-то подъем. И здесь... Что-то дребезжит. То ли это гром, то ли это скалопендроморфы. Окей. А, мы выбрались вот куда. Но это жестоко, это очень жестоко. Так, хорошо. Тогда мы ныряем снова. И плывем в другую сторону. Вот по этой большой лестнице. Я думаю, что здесь есть какой-то секрет. Потому что, видите, мы нашли с вами часть брони. А она по-любому здесь раскидана. Я бы хотел посмотреть на ее реально полный сет. Как она выглядит. Не, ребят, что-то ничего нету. Не вижу я ничего абсолютно. Так, ну хорошо, окей. А тогда выплываем здесь и идем дальше по этой пещере. И смотрим потихонечку на карту, на мини-мэп, чтобы не пропустить никакого поворота.
где мы еще с вами не были. Да, темновато здесь, темновато. Может, кошечку вдолбать? Да, это гром гремит. Так, а где у меня эликсиры? Эликсирчики мои, вы где? Так, вот они. А, бомбы, значит, не съять, черная кровь, феромоны, кошка. Ну, блин, а что ты сразу не можешь ее использовать, дружище? Так, значит, это у нас Y. О, так посветлее вроде стало, да? Так, а заменил я что у нас? А что я заменил? Кто мне подскажет? Что у меня здесь было? А, здесь у меня было что-то вот типа вот этого. А, действия снижающие устанавливают здоровье. Не то. Увеличивает мощь знаков. Не то. Комбинация атак увеличивает... А, нет, тоже не то. По-моему, зеленая была. Увеличивает вес. Нет. При максимальном уровне здоровья... Не то. Короче, ладно. Вот. Во. Нашел. Экима у нас была. Так, ну что, погнали дальше. Я думаю, так вам будет, ну, точнее, не поинтереснее смотреть, а лучше видно, потому что у каждого свои настройки экрана идут. У кого-то темно, у кого-то вообще светло, как днем. Так. И я выбрался обратно, абсолютно. Обратно. Окей, хорошо. Значит, бежим по нашему великому и могучему GPS. О, да. О, да. Так, вот здесь вот мы взбирались и... шли вот сюда. Слушай, они кошку вроде переделали. Совсем было все серое тогда. А сейчас как-то... О, катсцена. А здесь не работает кошка эликсир. Печально. Мы должно быть близко. Откуда ты знаешь? Слушай. Я ничего не слышу. Ни крыс, ни летучих мышей. Мертвая тишина. Я говорил, он не любит гостей. Но я сейчас крикну? Ух ты ж, бля. Так, ты Сельметаур. Тебе того же. Спурейни верес на контранес. А вили клева регис. Эту... Эту? Я вообще-то этого. Сатлад. Ой. А мне что делать? Ни шагу дальше, не хочу причинить тебе вред. Ладно. Не хотелось бы причинять вред. Он его парализовал. Твою мать, он меня кусает. И этот ублюдок меня кусает. Ах ты, сука. Я тебе, блядь, соски оторву, ублюдок, сука. Ты меня кусил, блядь, я теперь буду вампиром. Нет. Стой. Охереть. Кинул нас в выгребную какую-то свою яму. Ну, сука, твоя башка будет моим трофеем. Блядский выблядок, сука, я тебя найду, блядь. Нужен целебный эликсир. Зараза. Я что-то потерял. Надо все собрать. Я что-то потерял. Ты мечи потерял. Ты все потерял, нах. Так, ну-ка. А где у меня? Ласточка, да, у меня была. Вот поэтому он про эликсиры говорит. У меня ж ласточка стояла. А у меня сейчас улучшенный гром остался. Лучше бы ты гром потерял, чем ласточку. Так, мои мечи. Забираем обратно. Так, и где-то здесь вон лежит что-то. А вот моя ласточка, наверное. Какого хера она одна? Так, и он не возвращает все это дело к нам в инвентарь, вот это херово. Так, минус 69. Так, вот мой серебряный меч.
Так, и где наша ласточка? Ну, же сука. А, нет, 4 ласточки, нормально все. Ублюдок. Так, Геральт, ты что? Ты куда пошел? Пошли в ту сторону. Вот что-то ему херово. Он вообще неуправляемый. Вырубился, блядь. Слышь, так я же тебя лекал, Геральт. Взять. Что взять? Тут давай возьмем. Еще не хватало. Немного позже. Если я отсюда выберусь, скрытый меня убьет. Если только я чего-нибудь не придумаю. Так, что я придумаю? Факел достать я придумаю. Так, а, еще и арбалет мой выпал. Охереть не встать. Так, а стрел у меня, соответственно, как-то и нету. Ну ладно. Не, ребят, что-то это все очень херово. Он нас укусил. А я не хотел бы быть вампиром. Странный череп. Ну, монеты хоть насобираем. Блин, я точно там больше ничего не потерял. Давай еще раз вернемся, посмотрим. Вдруг у меня тут пол инвентаря нахер высыпалось. Не, вроде ничего нету. Ну ладненько, пошли дальше. Вот же ублюдок. Прикиньте, Геральда вампиром, ведьмаком, это же жесть. Какого? Где это я? Да, вот где. Ух ты. Смотри, какая красотень. Это прям можно вот так вот повернуться и нажать. Наверное, вот так. И F12. Вот это круто будет. Так. Странная пещера, и здесь у нас пошла катсцена. Окей, давай посмотрим. Но здесь кто-то огромный, по-моему, орёт. Я не смогу разобраться. Но если бы что-нибудь подложить. Подложить. А что это сверху вода делает? Смотри, вода наверху течет. Это как понять? Данное место как-то перевернутое? Ты посмотри, наверху река течет. А водопад падает вниз. Это как понять? Террас. Кто-то уже был здесь до меня. Ты посмотри, вода идет вверх. Мы как будто ходим по потолку. Вот это жесть, так ладно. Черепа собираем, записки чародея. Так. 10 минут после прибытия телепортация удалась, и я оказался в пещерах вместе с большей частью оборудования. Важнее всего, что мегаскоп в идеальном состоянии, так что связь с Бан-Ардом возможна. Нужно только разместить его в правильном месте. 1 час после событий, я еще не встретил ни одного вампира, но слышу их голоса, собираюсь осмотреться. Нужно быть осторожным. Да, очень интересно, что с ним стало. Так, ну ты только что поджег свои ноги. А что здесь больше всего? Ничего не смотреть нельзя, да? О, а что это? Ребенок мужские глубоко отпечатались. Ага, говорит, следы глубоко отпечатались. Не, они ведут куда-то сюда. Это какой-то охеревший тролль здесь, наверное, сидит. Во, они только появились, эти следы. Что за херня? Так, ну пойдем по следам. Подожди, а что если в фонтане секрет? М? Не думали об этом? Может быть, что-то здесь есть? Не в фонтане, а в водопаде. Давай-ка пройдем сквозь него. О, смотри, что это. Ой, я что-то подобрал, типа статуя. А вот вам и секрет. Смотрите, я прошел реально. И здесь, по-моему, реально взобраться. Я взбираюсь? Нет, я не взбираюсь. Так, ну давай как-то здесь пройдем. Осмотримся. Может, тут какой сундук есть спрятан? Нету ничего. Так, ну что, будем ломать систему, все как обычно, да? Давай это сделаем. Вообще без проблем, только бы... Ой, бля, я бы, конечно, выпил еще раз ласточку. Так. Нет, он здесь, ребят, вообще никак не цепляется. Так, еще раз попробуем последний разок. Вот здесь вот он взбирается, так. И вот сюда всего лишь надо ему на этот бортик. Нет, не получается. Наверное, надо идти по этим следам. Ладно, пойдем. Нам больше, в принципе, ничего-то и не остается. Но эта херь, которая орет, как бы она ни оказалась этим людоедом или кто там. Их двое. Идет. В смысле у меня этот знак выбран? Мне щит нужен. Так, давай-ка сюда. Сбегаем. Это же нас куда-то должно привести. Смотри, по какой-то кольцевой идем. Почему у меня вампиры горят красным? Я что-то не понимаю. Типа по заданию? Или типа я сам уже стал вампиром? Сука, а?
Ну-ка иди сюда, мразь. Их еще и двое у меня за спиной, ну охереть не встать. Так, давай тогда делать так. Иди ты нахер, что ты прыгаешь-то? Ой, их трое тут. F, T, Y. Ну что, ублюдки, давайте теперь повоюем. Да как мне скорректироваться-то, ё-моё. Где, смотрите, у меня Геральт просто катается по стенам, это как понять? А ну вон пошли, ублюдки. Сука, всех перережу тут. Назад. Давай. Смотри, они в принципе не могут пройти. По одному идут, по два, но не по три. А дамажу я всех. Назад. Не, их надо как-то уводить. Нет, это жесть, меня это уже начинает бесить и бомбить, блядь, то что он катается по стенам. Давай, добиваем его. Готов, минус один. Давай, сука. Опа, вот это больно было. Давай-ка еще разок. Назад. Вот видишь, пока он катается по стенам, меня дамажит этот вампир. Вообще замечательно просто. Кого тебе невозможно сделать? Никогда ничего подобного не видел. Да кого ты подобного ты не видел? Древние какие-то вампиры просто. И все. Ах ты, сука, а. Мой щит очень быстро пробивается, но его дамажит, смотри. Сейчас мы из-за угла на него нападем. На тебе. Ах ты, сука. На тебе. Ну-ка, через shift его. А он мне через shift не хочет, видимо, отбить. Окей, я понял. Так, почти убили. Ну давай. Есть. Вот это кувырок вперед. Просто жесть, что это было. Так, ну ладно, давай их лутать. Видишь, он здесь даже нормально ходить не может. Все спотыкается, блять, как кривой какой-то. Так, есть вариант медитации заняться? Сейчас, наверное, это сделать невозможно. Да, я, в принципе, этого и ожидал. Так, но, тем не менее, у нас почему-то стало резко полное ХП. Это как понять? Так, что-то у меня... Ага, этот сломался, меч. А, ну-ка, починочка, иди сюда. Так, и слушай, у меня же есть масла. Давай-ка используем одно из них. Где они у меня тут? Масло против вампира, во. Я думаю, это будет то, что нам доктор прям прописал. И идем дальше. Этих мы мудаков оболтали, но я, судя по всему, иду совсем не в ту сторону, куда нам положено. Так, статуэтка крылатого гуманоида. Вот что это было. Вот что мы подбирали в прошлый раз. Так, статуэтка опять. Оп, кольцо. Короче, древние сокровища и маска этого Гайта. Так, ну-ка. Блин, ну ты посмотри, она реально крутая броня. То есть я одеваю свои штанцы и плюс 28 защиты. Ну, давайте сет соберем, короче, и посмотрим, как это будет выглядеть. Но она будет так же, я думаю, выглядеть, как и черная была броня. Только это будет покрашено в красный цвет. В принципе. Вот мы с вами зашли. Ага, смотри-ка, здесь как-то забраться, наверное, можно, да? Это реально как-то здесь сделать? Геральт, может ты там спайдермен и можешь как-то зацепиться багом каким-нибудь, нет? Нет, кажется, он... О, руда, привет, золотой слиток. Что ж там так орёт? Как она меня напрягает. Короче, мы зашли сюда, чтобы броню отжать. Так, идем в другую сторону тогда. Посмотрим, что у нас там будет. Ну, по идее-то мы должны с вами по следам идти. Вот они, следы, и вот опять вампиры. Блин, а я не сохранился. О, хорошо, сохранение прошло. Вешаем на себя щит. И погнали их гандонить. Вот только вот я не знаю, надо как-то через shift, чтобы он бил, но почему-то он не хочет этого делать, я вот этого понять не могу. Ну их ты сучара, ну иди сюда. Блин, открытое помещение, это вообще жесть, они будут постоянно прыгать на меня и ядом плеваться. Так, вешаем щит. Так, смотри, какой ему урон идет. Я его как-то отравляю, смотри. А, ну и плюс еще отравление, то, что у меня перк взят на отравление. Минус один ублюдок. И масло против вампиров на него очень даже неплохо действует. Так, ух ты, нихера меня прям об стену ухерачило. Блин, жесткие пацаны, жесткие, ничего не скажешь. Так, давай назад и щит вешай. Лепимся. Иди ты нахер. На тебе, сука. Минус, все, отлично. Опять кувырок вперед. Да вы прям тут циркачи какие-то в натуре. Забираем красный мутаген, ты посмотри, какая у него пасть. Ты просто посмотри, какая у него пасть. Это жесть.
Геральт, как ты вообще выживаешь? Такой за жопу куст никогда не восстановишься. Так. Угу. Здесь у нас следы ведут наверх. Пойдем. Значит, здесь какой-то маг застрял со своим мегаскопом. Либо мы сейчас найдем его, скажем так, то, что он записал на этот мегаскоп. Здесь у нас ничего нету? Нету. Я просто по карте посмотрел, вроде там какое-то ответвление было. Но нет. Давай-ка сохранимся после такой жаркой битвы. Вот у нас этот водопад. Ой, смотри, какие картины. Это эти, кстати говоря, вроде суккубы. Или нет? Нет. Это какие-то вообще, как дьяволы. Рогатые какие-то, ужас. А ты не можешь это смотреть, да? Ну ладно. Вот. Вот. Что это? Это мегаскоп его. Сломанный. Записки чародея. Так, запустить мегаскоп не удалось. Вероятнее всего, я слишком глубоко под землей. Чтобы установить связь, мне нужно предпринять попытку договориться с высшими вампирами без дальнейших консультаций. Нужно торопиться. Мегаскоп. Ну, этого я сломанный. Понял, что он сломанный. Так, окей. Давай здесь осматривать. Странное устройство. Странное устройство. Может быть, я смогу собрать? Мегаскоп. Нет. Сломанный. Странное устройство, но оно явно нам пригодится. Этот ручей течет вверх. Странно. Стоит к нему присмотреться. Да, возможно, как-то мы сможем... Ты посмотри, частицы поднимаются вверх. Если мы пойдем по этому ручью, возможно, мы как-то войдем в это течение времени. И сможем пройти по потолку. Конечно, безумно звучит, но вдруг. По этим полезешь? Сталагмиты, сталактиты или что? Да, видишь, здесь время, ну, гравитация обратная начинается. Давай, Геральт. Ой, жесть, ой, жесть. Только не надо меня вверх тормашками, пожалуйста. Спасибо. Охренеть. Я что, просто охренеть. Притяжение изменило направление. Да-да-да. Странная драгоценность. Да тут все странное, реально. А вот и полный сет брони мы собрали, да? Давай одевать, посмотрим, как это у нас выглядит. Ну, перчатки-то одень. Ну, вот так вот это выглядит. Только давай эту маску снимем, потому что... Ну, я не знаю, ребят, маска это какая-то жесть. Так, вот она. Ну, видите, абсолютно идентично той черной. То есть... не знаю, мне лично не нравится. Не знаю, как вам. Вот, а по мне, ведьмачья броня намного лучше. Пускай там защита, конечно, крутая и так далее, но... Те, кто смотрят, они знают мой выбор. Я, по большей части, люблю именно ведьмачье все. Так, смотри, там эта херота на той стороне что-то делает. То ли жрет кого-то, то ли еще что-то делает. Так, а это нельзя собрать? Это просто какая-то удивительная пещера. Так, но здесь ничего нигде не лежит. Зато эту броню повесим у нас дома. Смотри, а этот маг-то прошаренный. Тоже же вступил в этот ручей. Так, и там что-то сломать, что ли, нужно, да? Чтобы опрокинулось. Так, а это что у нас лежит? Интересно, древние монеты, куда надо тратить? Может, у них тут местная лавка какая-то есть? Вода течет на ту сторону. Может, и меня перенесет? Да-да-да, перенесет. Только давай как-нибудь этого мудака убьем. Так, а что, если попробовать взять... О, братан. А ну-ка... Почему ты не целишься, Геральт? Вот, спасибо. Вот так вот сделаем. Не, что-то херня какая-то получилась. У нас арбалета. Чпоник. Чпоник. А чё его аим-то не работает? Самому стрелять надо? Ну, ясно, короче, херня полная. Так, ну давай тогда факел достаем и прыгаем к нему. Оп. Здорово, братан. У тебя тут что, дезориентация, что ли? Потерялся? Оп. А я уже здесь.
А, сука, прыгучая. Воу-воу-воу-воу-воу. Что со мной? Что со мной, блядь? Это что было? Я где, блядь? Это что было? What the fuck? Это что было? Я где? Геральт? Ну ладно. Я попал к этому костру. Попрал. А это что, смотри? Можно осмотреть что-то. Ну, Геральт, смотри, ты вот оно, что-то здесь прям было. Прямо под тобой, Геральт. Вот оно. Водопад, который течет вверх. Что ж тут творится? Ну, а ты не можешь, чтобы этот водопад тебя забрал вверх? Не варик, да? Ты посмотри, нас вообще вернуло назад. Ну, здесь просто нам, слава богу, просто бежать надо. Мы здесь все уже растащили, сет брони собрали. Так что тупо идем вперед, здесь недалеко. Ну давай, Геральт, что ты устаешь так быстро? Броня у тебя вроде ведьмаща. Я охерел бы, если бы ты в латах в этих бегал. Там пару шагов сделал и уже сдох. Так. Ну вот где-то здесь. Это что, конечно? Я просто в шоке, что сейчас произошло. Я на самом деле думал, что я умер. Да-да-да, пропустить. Мы это все видели. Пропустить. Так, давай сохранимся. И попробуем загандонить этого мудака. Он нас просто швырнул в этот водопад, и произошло нечто невероятное. Так. Давай-давай. Мы уже рядом. Вон эта мразь. Оп. А ну сюда иди, я с тобой еще не закончил. Ублюдок. Ой. Надо тертя туда скинуть. Нет-нет-нет. Надо альт использовать. Здесь надо только альт использовать. Чтобы не прыгнуть случайно самому туда. Вот так тебе, сучара. Лови. Оп. Давай, курок вперед. А, не получилось. Так, ладно, забираем твои потроха. Его никак нельзя туда перетащить? Нет, взаимодействия с телом вообще никак нету. Так, а что вот это вот? А это у нас как раз тот самый кантата какая-то. Давай заберем, посмотрим, что это такое. Урон 162+. Алло, блядь. Это как? Вот это меч. Ну-ка покрути. Смотри, нормально такой, да? А это у нас однерка? Нет, это у нас двойка. Ну-ка достань его. Ты посмотри, нормально так. Смятое письмо. Инсенса элементаля. Это что-то объяснит. Так, Жан... Если же так, называется скрытым кристалл, тогда и только сейчас появится шанс, что тебя выслушают. Но во имя богов говори быстро и по делу. Подарок для скрытого. Вот холера, мне бы он пригодился. Короче, мы ищем подарок для скрытого. Странная драгоценность. Ну, а какой смысл у него здесь, в его владениях, искать подарок для него? Он что, не знает своих владений, или у него что-то такое есть, чего мы можем найти и отдать ему? Типа, эй, мужик, у тебя тут кольцо завалялось, я его нашел. А он такой, я столько искал его. Типа того, да? Так, ну ладно, что, будем мы с вами найти дар для скрытого, уже будем искать в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео, всем пока.